С 1 октября началась осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, это юноши от 18 до 27 лет. В определенный день они вызываются в военный комиссариат городов Дмитров, Дубна, Талдома, Яхрома для прохождения двух комиссий – медицинской и призывной. В осеннюю призывную кампанию 2019 года было вызвано около 1000 человек, подлежащих призыву на военную службу. Ребят проходят медицинскую комиссию, в которую входят 8 специалистов. Стоматолог, лор, окулист, невропатолог, психиатр, дерматолог, терапевт. Терапевт – заключительный врач, который выносит окончательное решение. Далее юноши проходят призывную комиссию, в которой присутствует председатель призывной комиссии, заместитель председателя, члены призывной комиссии, которые ходят в полицию, управление образования, центр занятости. Члены призывной комиссии выносят окончательное решение, годен ли молодой человек к службе в армии или нет, а возможно, ему положена отсрочка, например, по учебе. По словам членов комиссии, сегодня немалое число тех ребят, кто определяется как негодный по состоянию здоровья. Заболевания самые разные, все диагнозы заносятся в личное дело, но, безусловно, среди призывников есть и здоровые телом и духом ребята. Призывник Бабаев Руслан Михайлович, 1999, призывной комиссии прибыл. Призывной комиссии Дмитровского городского округа вы признаете годным к военной службе вооруженных сил Российской Федерации. Когда мы его отправляем? 9 декабря. Все понятно. Да. Мы вас поздравляем. Готовьтесь к отправке. Предупреждайте родителей. Да. Желаем хорошей службы. После призывной комиссии годный к службе в армии призывник направляется в кабинет профотбора, где ему дают несколько психологических тестов. Пишем тест, два опросника. Тест на нервно-психическую устойчивость, на склонность к девиантному поведению у нас будет опросник, и на склонность к терроризму и экстремизму тоже опросник. Психологические тесты – это недавнее нововведение. Результаты этих тестов пойдут в личное дело призывника. По ним в воинской части, куда попадет молодой человек, смогут составить его психологический портрет. Владислав Бабаев, признанный годный к службе в армии, уже начал думать о том, в каких войсках хотел бы служить. Раз я годен, значит, буду служить в армии.